Мы начинаем проект по разоблачению создаваемых в Армении фейков, особенно фейков исторического плана, и демонстрацию их печальных последствий. В Армении фейкометство возведено в ранг государственной политики и является главной причиной того, что на Кавказе вот уже более 100 лет с пугающей регулярностью вспыхивают кровопролитные войны. Запрос на такой проект существует прежде всего в самом армянском обществе, которое видит, как политическая элита страны запуталась в собственных инсинуациях. Причина же происходящего в Армении именно в этом – в фейках, мифотворчестве, различных фальсификациях, с помощью которых создаются образы многострадального гонимого меньшинства. А собственным гражданам внушается мысль, будто кампания по объявлению чужих земель своими исконно древними может иметь успех. В результате кровь, тяжелейшее поражение, потери территорий, которые уже успели объявить своими, и горькое непонимание, как оно так вышло. Заранее предвидя нападки на наш проект, мы еще раз предупреждаем, что будем оперировать только проверенными фактами и цитатами, которые есть в свободном доступе. Мы не боимся открытого диалога и даже готовы поступить как политолог Фуад Ахундов. Я дам $1 миллиард тому, кто мне покажет акт о передаче Нахчевана Азербайджану. Наоборот, там передали территорию Зангезура, в результате между Нахчеваном и другой частью Азербайджана оказалась Армения. Вот какая проблема. В Армении огромное количество фейков истории. Чтобы обратить ваше внимание, это не просто факты, а краеугольные камни официальной армянской историографии и пропаганды. Еще раз подчеркиваем, что наша цель заключается в информационной поддержке армянской общественности, потребляющей эти мегафейки. Нынешняя ситуация в Армении является закономерным итогом многолетних исторических и политических фальсификаций. Сегодняшний день для Армении был неминуем, и единственный выход – это понять, каким трагическим, даже катастрофическим итогом приводят фейки, лежащие в основе историографии, религии, внутренней и внешней политики. Мы надеемся, что цикл наших видеороликов поможет вам разобраться, в чем же заключаются конкретные фейки и чем они опасны для развития и безопасности отдельно взятого государства и всего региона в целом.